Папа, я хочу рассказать тебе одну интересную притчу, которую мы с мамой недавно прочитали. Однажды Бог нарисовал человека, но несколько красок остались лишними. «Что еще нарисовать тебе?» – спросил Бог у человека. И человек попросил нарисовать для него счастье. Но Бог ничего не ответил, только подошел и положил ему на ладони оставшиеся краски. Папа, я хочу открыть тебе один маленький секрет. Счастье не надо искать, потому что оно есть внутри каждого из нас. Только его нужно увидеть, а краски к нему ты выбираешь сам. Все очень просто. Мы с мамой тебя любим. С днем рождения, папа!